дом восходящего солнца. Утреннее шоу на 104.5. Доброе утро. В Екатеринбурге 8:20. У нас на очереди рубрика «Перепел и перепелка». Сегодня в ней группа «Репортаж Бенд», друзья мои. Встречайте. Ура! Привет, друзья! Но перед тем, как мы перейдем конкретно к этой группе, друзья мои, я расскажу немножко об оригинале, который будет сегодня у нас звучать в рубрике «Перепел и перепелка». Во-первых, что говорили об одном из участников данного коллектива? Это сказал Джон Лорд. Много лет мы верили, что Deep Purple не может существовать без Ричи Блэкмора. Ну, день рождения, к которому сегодня готовимся. Он же убедил нас в обратном. Он ушел из группы во время мирового турне 93-го года, когда мы должны были отыграть 8 концертов в Японии, билеты на которые были уже проданы. И он сделал Иэна Гиллана ответственным за это. Он сказал, что Иэн не может петь. Рич хотел сделать из нас что-то наподобие Рейнбоу. Он отвергал наши идеи, хотел играть только то, что нравилось ему. Ну, не знаю, все на его совести, конечно же. А вот в оригинал сегодня композиция, которая является одной из самых известных песен группы, считается классикой рок-баллад. Исполнялась также Дэвидом Ковердейлом в составе Whitesnake. Всей группе остальной песни пришлась не по душе. Но Блэкмор предложил ее играть, и после того, как ушел из Deep Purple. Есть даже версия песни в исполнении Blackmore's Night. Но сегодня здесь на 104.5 FM чуть-чуть заводится, и в кафе Rock Arsenal на Луначарского 31 не Deep Purple, не Whitesnake, не Blackmore's Night, а группа Reportage Band. Правильно вас так называть? Верно, верно. Привет, друзья, еще раз. С добрым утром. Вам слово, дорогие Привет. Друзья. Ну, мы, собственно, долго говорить не будем. Soldier of Fortune. Waiting for a day when I take your hand and sing a song. Maybe you'd say, come lay with me, love me, and I will surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echoing the distance, like the sound of the windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Without you, and those days I fold my eyes and see you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. And I feel I'm growing older, and the songs that I song echoing the distance, like the sound of the windmill going round. I guess I will always be a soldier of fortune.
can hear the sound of the windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. I guess I will always be a soldier of fortune. Спасибо. Группа. Спасибо, друзья. Репортаж Бенд. Их версия «Солдат Фортуны», «Солдат Удачи», как называют. Это был перепел сегодняшнего дня на волнах «Рок Арсенал» 104.5 FM и здесь кафе «Рок Арсенал» на Чарского 31. Спасибо огромное, честное слово. В очередной раз мои уши объяли необъятное практически. Спасибо огромное. Ну, спасибо вам. У нас есть маленькая, но важная традиция. Когда мы ставим оценки. Оценки мы на выездах не ставим. Мы делаем совершенно другое. Мы высказываем свое веское мнение по поводу того, как реагировалось здесь, на этом, на хорошем сабвуфере, на котором я сидел, на акустике, из которой пробивало в зеркало в баре вокалом. Владимир Александрович, прошу вас. А, микрофон тебе дать? Сейчас. А микрофон-то у меня, между прочим. Есть еще один микрофон свободный. Никанорова, давай. Хорошо, если возможно, я начну. Я уже говорила о том, как я неравнодушна к группе «Репортаж Бенд». Мне очень нравится, как играют эти суровые парни. И как Юра Сахнов поет. Совершенно потрясающе. Я хочу сказать только одну вещь. Комплименты оставим все за кадром, что называется. Потому что, ну... И так понятно, что здорово все сделано. У Юры завтра день рождения. Да, точно. У солиста группы «Репортаж Бенд» день рождения. Поэтому мы его поздравляем. И очень здорово, что у нас есть такой шанс, такая возможность. Ну, правда, опять же, накануне. Но как... Да, но ничего, ничего, все нормально. Юра, береги свой голос, он прекрасен. Да, будь здоров, и пускай слава тебя просто преследует везде. Ростропович. Репортаж Бенд Forever. Спасибо, ребят. Спасибо. Благодарю. Владимир Александрович. Друзья мои, я о творчестве этого коллектива скоро начну слагать легенды. Потому что, честно вам скажу, в последнее время очень мало открытий каких-то. Вот мне нравится, что вот этот коллектив, когда-то он появился у нас первый раз, это было примерно месяц назад, если мне память не изменяет, он нас сразу порвал. Он сегодня порвал второй раз нас. Я никакие оценки ставить не буду, спасибо вам за эту песню. Юр, с днем рождения тебя. Спасибо. Спасибо. Ну и кто-нибудь из зала желает высказаться? О, вот, однофамилец мой, Башков хочет сказать. Башков хочет, я иду к Башкову. Приятно идти к двум Башковым, пропуская одного, пропуская второго. Не перепутай, один Башков Е, второй Башков А. Как-то, Евгений. Доброе утро, Евгений. Сказала гражданка Никанора, хорошую песню ничем не испортить, тем более в исполнении вот этих суровых ребят. Отлично. Отлично, спасибо. И спасибо. Присоединяюсь к поздравлениям Юли. Юра, с наступающим днем рождения. От всей души тебя поздравляю. Я знаю, что у тебя Judas Priest любимая группа. Да, конечно, это из... не Хелфорд, но Оуэнс Риппер. Оуэнс с настоящим Риппер. Автографом. Ух ты. Вот это надо видеть всем, так сказать. Удачи вам, ребята, благодарю. Спасибо. Спасибо вам. Вот так вот, еще и подарок получился. Спасибо большое группе «Репортаж Бенд». Это был перепел сегодняшнего дня. Рубрика «Перепел, перепел». It's tough. Gina works at dining all day. She's working for her man. She brings home her pay for love. Halfway there. Whoa, live.
You live for the fight when it's all that you got. We're halfway there. Wow, wow, living on the brunch of life. No matter how sweat. Она называется Somebody Who I've Lost. Песня группы Reportage Band. Yeah! Explode, cause there's
with somebody who I've lost. I wanna be loved. Somebody who I've lost, I wanna be loved. All the past count to dust and to repeat three words I've always been living for. I have to plead for that to have a feeling группа «Репортаж Бэнд» сегодня утром здесь, в кафе «Рок Арсенал» на Лачарского, 31. Огромное спасибо, друзья. Очередной экстаз музыкальный. Практически оргазм. Спасибо большое коллективу. Спасибо огромное.